I don't like sports. Я не люблю спорт. I don't like onions. Мне не нравится лук. Чем же заменить уже приевшееся I don't like? Can't stand. Не выношу, не могу терпеть. Синоним слову hate. Ненавидеть. I can't stand the smell of fish. Я не выношу запах рыбы. I can't stand it. I can't stand it anymore. You can't stand me. It's not my thing. Это не мое. Cooking? No, it's not my thing. It's just not my thing. Well, it's really not my thing. Конечно же, идиома it's not my cup of tea, которая с чаем не имеет ничего общего, а переводится так же, как не мое, мне не нравится. I don't like horror films. It's not my cup of tea. Я не люблю ужастики. Это не мое. Yeah. It's not really my cup of tea. И если вы досмотрели это видео до конца, в комментариях оставил для вас ссылку на бесплатный мастер-класс по английскому.